Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем выживать Will to Live. Я маленечко там покопался в настройках, сделал себе прицел, чтобы на удержание он был. Бег. Теперь я сделал, что его... А что ты у меня не бежишь-то? Подожди. А, это разговор, я нажимаю, блин. Бег, в общем, сделал не на удержание, а на переключение. То есть разобрался наконец-то в настройках. Думаю, теперь как-то будет попривычней. Потому что, чтобы от контры сильно не отвлекаться, не отставать, то я это сделал. В общем, что нам сейчас надо? Нам нужно шкуры. Это 5 шкур. Я уже и забыл, что это. Так, G. Так, давай посмотрим задание. Так, наблюдатели. Что это такое? Рекомендую. Клешни наблюдателей. А, клешни наблюдателей нужны, да? Так, мех на шапке может быть выполнено в группе. Это нужно. Мех крысиного короля. Ага, и поставки алкоголя. Дядю Борю пытались скинуть, украли его товар. Где-то в районе B1. Так, давай-ка мы... Так, активным. А, вот, как сделать активным, да? Район B1. Так, теперь нам надо с картой разобраться. Что такое район B1? B1 это D3. C, D... Подожди, а где B тогда район? Как переключать? А, так. Обозначение. Сейчас, ребят, я, конечно... Извиняюсь. Так, вот B4 есть. Вижу B4, это B3, B2. Это, короче, вот сюда надо выходить по этой дороге и киндюрить куда-то вон туда. Так, ну, давай попробуем. Давай попробуем. Давай попробуем. Посмотрим, что из этого будет. Так, что у меня вообще в инвентаре есть? Что есть в инвентаре? Грузди, патроны, сломанный пистолет. А, подожди, мне, значит, нужно отремонтировать сперва пистолет. Револьвер. Так, давай-ка мы сейчас пока, прежде чем к этому пойдем, мы сделаем следующее. Мы сейчас попробуем арендовать склад. Точнее, что пробовать-то? То есть нам надо арендовать склад. Посмотреть, сколько это, во-первых, стоит денег. Блять, не с той стороны опять, да, побежал? Сколько это стоит денег? И сколько вообще слотов доступно? Это что за херня? Что это такое? Почему я это... Только что был... Вазелин. Сука, он, наверное, для чего-то пригодится, да? Если кто-то выкинул, кому-то не надо, то мне надо. Я не знаю для чего, но раз... В игре это есть, значит, для чего-то нужно будет. Так, по-моему, склад у тебя, да? Кладовщик. Привет тебе. Я хочу арендовать хранилище. Без проблем, это стоит 50 жетонов, интересует? Да, давай. Я хочу посетить свое хранилище. Так, давай, раз. 10 слотов. В принципе, сейчас это нормально, да? Так, сколько? Все 12 хочу скинуть. А, по двойному клику можно вот так делать, да? Хорошо, так, грузди. Это по одной штуке. Так, это что такое? Боезапасы. Боезапасы для чего? Урон ДМГ. Это для револьвера, да? А это что такое? Это вазелин. Давай. 4, я вроде только 3 подбирал. Ну, хер с тобой. Так, тарелка. Тарелька. Может, тебя просто выкинуть? Тарелька. А это что такое? Шкура крысы. Это шкура крысы, а мне шкура крысиного короля надо. Револьвер. Так, мы пока... Давай, сюда. А чё ты это? Что ты... Ну, вот так. 5. А, он типа... Ну-ка, подожди. Давай мы вот так сделаем. Ну-ка. Или ты патроны, типа...
Вы не можете положить в хранилище боеприпас, который в данный момент заряжен в какое-либо оружие. В какое... А как они могут быть заряжены? Ну, хер с тобой, давай мы разделим. Окей, 11 останется. Я не знаю, что там заряжено у меня в сломанный револьвер. Сломанный револьвер, не знаю, что заряжено. Так, вот это вся мелочевка, да, то есть ромашка, хер. Так, еще мне нужно... Так, это оружейник. Покажи мне свои... А, я хочу отремонтировать предмет в эту область. Ну-ка, давай. Нельзя ремонтировать. Я прям что-то ничего не понимаю, почему... Что с ним не так? Что с этим револьвером не так? Я его использовать вроде не могу. Ну, хер с этим револьвером. Сейчас мозг себе буду выносить, только думать, блядь. Что за херня, блядь? Пошли. Узнаем, в чем причина, почему водку этому дяде Боре. Дяде Боре, почему водку отжали? Пойдем узнаем. Дождь такой идет, прям звук. Звук шикарный. О, так тут. Тут бег просто кнопку тогда, получается, нажал. И это. Даже можно просто мышкой управлять, куда ему бежать. Прикольно. Ну, ладно. Так, а что ты хотел? Блять, что ты сюда зашел-то? А, револьвер в очередной раз попробовать. А, или он только в ячейку 2 может? Пиздец ты. Ну ты прям этот. То есть оружейка это только цифра 2, да? Ну-ка, 2. Наган твой долбанный. Сейчас там мне наган, нахера. Вот оно что, Михалыч. Вот оно что. Так, вроде бежим правильно, да? Ну, если бежим правильно. Слушай, курочка там ходит, курочка. Иди сюда. Курочка, яичко. Так, а яйцо само по себе можно съесть? Уничтожить, показать информацию. Ну-ка. Ну, как бы ничего особенного тут не написано про это. Что это такое? Что, больше куриц нету здесь? Где-то еще вот показывается, что кто-то тут. Или где-то наверху, или что там. Ну, кто-то еще синий-то есть здесь? Что за синяя точка? Наверху там кто-то сидит или что? Ни хера непонятно. Так, изучайте новые рецепты. Созданные предметы могут не только помочь выжить, но и принести прибыль. Ну понятно, то есть можно барыжить, да, на рецептах. Какая-то. Вроде игрушка как бы и не это, не сильно такая должна быть требовательная. Ну, судя по графике, все-таки какая, да, но FPS, во-первых, за 60 редко поднимается, и вот эти вот прогрузки, когда ты на новую локацию. Не понимаю, с чем это связано. Честно, не понимаю. Чем это связано? Так, там с... Еще и тормозит, смотри. Ну, возможно, просто потому что игра на стадии в раннем доступе находится, да, еще дорабатывается из-за этого все вот эти вот подтормаживания, фризы. Качество у меня, конечно, графики максимально стоит. Но я не думаю, что это вот именно из-за того, что комп не тянет, либо еще что-то. Так, а вот здесь была аномалия, да, в прошлый раз ты к ней подходил.
что я вот сюда? В толчок я не могу попасть. А огнетушитель лежит здесь? Смотри, я думал, огнетушитель резница. А, кого-то убили здесь, походу, в прошлый раз. Ну ладно, чувак. Не буду я твой хабар поднимать. Давай пробежимся. Хоть никто не базарит, и то радует. А, так вот, сектора B2, сектор B1. Все, я сейчас это... B2, вот он. Я уже рядом. А интересно, вид карты, он как-то меняется? То есть можно его там квадратным сделать или там еще каким-то? Так, а что за... Так, крысы, что ли? Крысы. Блин, херово, что это вот? Прицела нету. Так, мне... Что, знаешь, что интересно? Почему вот это как-то серым отображается? Еще там что-то? Ну, тут крыс до хера, да? Че, я так понимаю, наверное, этого мудака крысы сожрали. То есть, либо его кто-то убил. Кто здесь? Кто здесь меня пугает? Подожди, там тело какое-то валяется. И как здесь? О, здесь я перепрыгнуть смог. А здесь мы давай поднимемся и посмотрим, что за тело. Это гуманоид или что? Ну-ка, с этой стороны еще лестница. Слышите? Хрюкает кто-то. Или это ты хрюкаешь? А, так ты 10 уровня. Охренеть. Сейчас еще ко мне забежишь, да? Блять, меня вот это вот... Что не автоматическая перезарядка, меня вот это вот накаляет. Ну все, пиздец, сейчас она меня... Подожди, а вон то, что такое стоит там. Это крысеныш. Давай перезарядимся. Ух ты, и где ты? Так, подожди, я не вкурил. Вот ты сука какая. Ну-ка давай. Вот ты падла. И что еще там? Ёб твою, блядь. Охереть. Вы чё? Крысы. Нихера себе. Давай, беги. Слушай, ну это... Прикольно. Прикольно, конечно, суки. А, так они мне еще и ногу посломали, да? Свинец. Свинец. А откуда у меня свинец-то был? Вот твари. Побежали. А, так он на бегу. Вот это вот шляпа с перезарядкой, что она... Ну-ка, тут можно вот эти вот... Ну-ка, может, револьвер надо поставить на этих крыс? Может, у него дамага будет больше, посмотрим. Не, ну это не дело, у меня уже... Так, а для чего нужен ингибитор? А, он... А, яд из организма позволяет выводить. Препарат на основе растительного экстракта. Охереть, там крысы лютые. Мне надо мой... Слушай, опять вот... Опять в этом месте он фризанул. Странная какая-то, конечно, херня. Вы получили 8 опыта. А за что? Кто-то крысу там добил, ту, которую я стрелял, что ли, или что?
Соответственно, весь мой этот Москвич 412. И... А, тут можно тачки осматривать тоже. Интересно. Но не все, да, я так понимаю, тачки. Ух ты ж. Револьвер. Револьвер-леварверушка. Давай-ка мы сейчас присядем. Восстановим эту выносливость. Ты пока добежишь, у тебя все соберут. Что ты там? Что ты пытался там награбить? Вроде шавки-то третьего уровня. Так, что вы носитесь-то, блядь? Ну, давай, восстанавливайся. Вроде в приседе сказали, быстрее будет восстанавливаться. Чё? Ни здоровья нету, ни хера нету. А как оружие? Слот 2. Тут можно было бы как-то оружие там поменять. Ну давай, восстанавливайся. Ну да. Перезарядка у него долгая, у револьвера. Ну, такое себе оружие. Нахер. Нахер не ненужное. Так, что тут? Псины. Пиздец. О, опять потерял, получил, свинец. Подожди, свинец это... Это патроны, скорее, что ли, свинец, или что? Так, а что это? Так, ну мне надо забрать свои все вот эти, блядь. Просто чем больше их убиваешь, там этих псин, тем их больше появляется почему-то. Опять, вот смотрите, заметили, опять в этом же месте фризит. Все, блин. Опять замер, да? Но они вроде в каком-то хаотичном порядке там бегают. Непонятно в каком. Смотри, они собрались вокруг моего этого. Туши вокруг моей. А, я не могу прыгать еще сейчас. У меня красная эта херня, я прыгать не могу. Так, прям прикольно. Фу! Подожди, и че? Слушай, ну это бред какой-то. Вот реально это бред, блядь, полный. О, блядь. Это просто полный бред какой-то.
Вот это вот херово, что ты стоишь вроде на машине, и тебя собака прям через вот эту, через машину. То есть она там что-то бегает, ну, херня полная, ну, такого не должно быть. А почему у меня так быстро заканчивается выносливость? То есть меня вот этот вопрос интересует. То есть в чем причина того, что у меня так быстро заканчивается выносливость? У меня что-то на экране моргает. А, ну моргает, потому что мало хп, да, у меня моргает. Наверное, за... Опять, смотри, вот тот же самый участок. И те же самые фрезы. Сука, на тебе. Падла. Ты еще без этого. Так, сейчас мы добегаем до машины. Вообще прям махом, смотри. Прям махом заканчивается выносливость. И я не понимаю, почему это происходит. Курочку я свою. Давай присядем. Вон еще один мешок мой стоит. А то место я уже не помню, где там было. Давай. Так, что у меня тут сожрать, у меня ничего нельзя. Гриб можно сожрать? Нельзя. Это что такое? Свинец. А, вот свинец. А, так, а для чего ты нужен? Тут не написано для чего, просто. Что просто свинец и все. А, у меня подожди. Так у меня в пистолете патронов-то не осталось уже все. В пистолете патронов не осталось. Сейчас мне нужно сделать рывок до вон того чемодана, рюкзака. Короче, тут какое-то место вообще прям это, ну, ни о чемное, а ты на нем застрял. Блять. Ты просто... Слушай, меня это бесит вообще, блять. Меня вот реально эта хуйня бесит полностью. Просто пиздец как бесит. Я сейчас... Да хули надо аптечек купить? Короче, пошли за аптечками, хули делать. Ну реально полностью. Блять, не надо материться, я не хочу. Просто бесит это. Патронов, сука, нету. Аптечек, блять, нету. Сраные шавки какие-то, блядь, загрызли. 15 раз уже. Чё ты, сука? Этот мне револьвер какой-то дал. Хуйня какая-то, блядь. Руин, давай к лесу. Давай, блядь. А чё, давай? И так все язык на плечо пообижали. А, ну... Слушай, ну это из сталкера тексты. Реально тексты из сталкера. Так, что ты сюда шел? А, ты же шел вообще к доктору. Рафик, что у тебя есть? Рафик, слушай, а у тебя случайно водочки нет, а? Может быть есть, а может быть нет. А тебе зачем? Да, как тебе сказать, мне для дяди Бори надо. У дяди Бори цены высокие, у меня столько денег нет. Вот и подумалось, почему бы не зайти к старине Рафику и не спросить. Да пошел ты. Для дяди Бори что-то ты не договариваешь, Пенни Пресс. Почему тогда дядя Боря сам ко мне не пришел и не спросил? Понимаешь, у дяди Бори товар пропал. Он получил его встретить Феди с Изаму на вокзале, но теперь нет ни товара, ни Феди. И что, слушай, дорогой, мне показалось, или ты думаешь, что это старина Рафик подговорил этого Федю украсть товар у Бори, чтобы потом тут торговать им? У меня тут оружейный магазин, а не бакалея, понимаешь?
Все ясно, Рафик, извини, больше такого не повторится. Рафик. Так, оружейник. Так, давай мы сейчас этого доктора найдем. Докторишку. Сраного докторишку. Так, товары покажи мне свои. Так, что надо взять? Аптечка. Есть за 50, есть за 15, есть бинт за 7 и средняя аптечка есть. Давай посмотрим. Так, что ты? От 10 до 20 секунд здоровья. Для лечения ранений в бою постепенно восстанавливает здоровье. Окей, здесь что такое? От 15 до 30 секунд. Лучший способ оценить здоровье в бою постепенно восстанавливает здоровье. Постепенно восстанавливает здоровье. А у меня есть 1400. Давай мы купим штук 5 вот этих вот. Я не знаю, как они там эффективны будут. Насколько они будут эффективны. Давай посмотрим. Так, жратва. Надо к этому. К ДБ сходить. Дяди Бори. Купить жратвы. Так, только мне надо вспомнить теперь, где этот дядя Боря находится. Я вообще потерялся. Потерялась я. А, ну вон где синие точки, там, наверное, и ДБ находится, да? Север. Тут, наверное, север. Так, вода у меня есть. Вода у меня есть. Покажи свои товары. Так, батон нахер не нужен. Жареное мясо кабанина. Купить. Давай мы купим 2. Окей, окей. Бутылку чистой воды купить. Окей. Все. Так, а что у меня? У меня есть товар. Отлично. Знал, что на тебя можно положиться. И что? У меня есть грибы. Грусть. Один опыта. А, вот оно, ладно. Так, давай мы пожрем. А нахрен ты. Ну вот, на пятерку. Так, а водичка. Водичка на. И водичку остановили. Пустая бутылка, аптечки. Так, давай аптечку. Куда мы? Нашу. Не, аптечка сюда не вариант. Она мне тут не нужна. Вот сюда. А хули, у меня патронов не осталось, да? Ну, сейчас опять к этому... Сколько, что ты взад-вперед относишься, как этот? Сразу все, что ли, нельзя сделать было. Уже и потемнело. Сейчас шавок не видно будет. Так, покажи свои товары. Оружейник ты. Оружейник. Ай, блин, по... Подожди, а может здесь что помощнее какая-нибудь пушка-то есть? А, может есть что помощнее для меня доступно? Так, белка, винтовка. По-моему, ТТ пистолет. А у меня какой? ПМ. Урон от 60 до 120, а тут от... Ну нет, у меня помощней. Наган. От 60 до 140, конечно, так. Ну, я особо... Я могу только вот обрез взять для ближней дистанции, но к нему и патроны другие нужны будут. Либо вот эту, но у нее урон вообще там не очень там, да. Гранаты еще рано брать. Ну, так, это что такое? Фильтр для противогаза, электронная приманка, батарейка, целительная граната. Охренеть. Так, мне нужно для вот этого, для ПМа. Да, для ПМа. Какой-то от калибр 9 на 18. Для ПМа 22. Так, так, так. Вот этот вот, да, купить. Что, давай, сколько тут возьмем? Тогда я 100 брал, да? Сейчас я там, надеюсь, этих
все, пошли. А теперь пошли мстить. Ну, ты так сказал, мстить, как будто это. Сейчас опять сожрут тебя там. Думаю, Руин, давай. Сейчас опять тебя там посожрут нахер. Псины позорные. Перезаряжай, ептать. Стартуй. Что-то, наверное, ночью это прям херовая идея куда-либо идти, да? Ну а с другой стороны, что делать? Ждать, что ли, утра? Утра, утро. Ждать утро, что ли? Тоже не варик. Нож ваш, короче, он пишет, типа, это, нож мой, закадычный кореш, в любой ситуации меня спасет, в любой ситуации мне поможет. Только дамага там вот нажата, нихера этого нету. Давай смотрим. Мне кажется, или здесь выносливость на открытой местности, она расходуется быстрее. Так, давай мы пока пойдем медленно, пока псин нету. Пока нету псин. Хули, тут уже все мои мешки пособирали. Что тут уже? Куда уже спешить там, да? Куда спешить-то? Спешить уже некуда. Опа. Опять это... Не, ну хотя вот... По дороге бегать, тут, наверное, это идея очень херовая, да? Сейчас давай на москвич запрыгнем, шмальнем в ту псину позорную. Не, ну это бред. Это бред полный. Как она умудряется это прокусывать на таком расстоянии? И знаешь, что не нравится мне? Вот ты вот ты не можешь по ней забежать, то есть ты обязательно должен прыгать. То есть вот как в этих вот, ну, в игрушках есть, ты запрыгиваешь на капот тачки, дальше ты пробегаешь, а здесь надо двойной прыжок делать, чтобы на крышу забраться. То есть это как-то не совсем, ну, логично вообще получается. Как-то очень, ну, не то, что не совсем логично, это вообще не логично, это, блядь, херня какая-то получается. Так, вот еще там кто-то лает, вот сюда. А сюда ты и запрыгнуть не можешь, понимаешь? А вот тут мешок мой есть. Слушай, автобег это хуйня какая-то, блядь, вот в плане... А, то есть ты... Ты... Пиздец. То есть вы умеете залазить сюда. Вы умеете сюда залазить, да? То есть, смотри, я мало того, что аптечку проебал, меня еще и сожрали. То есть, меня сожрали. А, у меня... А, нет, я ее не про... Потому что, по-моему, большая аптечка была взята зря. По-моему, большая аптечка была взята зря. Так, ну ладно. Что-то, по-моему, здесь вот эта функция ускорения, она, когда ты переключаешься, она только хуже работает. То есть она не работает так, как должна работать. Это получается автоматический бег, а не ускорение. Автоматический бег, а не ускорение. А значит, это маленько другое. Так, выносливость на полной. Побежали.
По кустикам, по кустикам. Опять этот фриз. Так, вроде за мной никто не увязался. Окей. Зато спереди там есть. Спереди есть псина. И даже не одна. Так. Не видно вас. Ого. Слушайте, я не успокоюсь, я пока свое. Свое пока не заберу, я не успокоюсь, я вижу. Поэтому псы позорны. Ох. А вот тут он залез без прыжка. Вот где логика спрашивается? То есть вот в данном случае он залез без прыжка. То есть вот я не прыгал, вот он так вот зашел. Так, ее где-то... Где-то вот здесь должна быть собачьятина. А вот она, ты бегаешь. Щенок 4 уровня. Ты носишься как неугомонный. Какой-то, блядь. Но... Угу. То есть, получается, на какие-то тачки вы можете запрыгнуть, на какие-то вы не можете запрыгнуть. Как вот... Так, давай, знаешь, что меня интересует? Меня интересует, могу ли я вот сюда запрыгнуть. Да, я могу сюда запрыгнуть. И сюда, скорее всего, псина запрыгнуть не сможет. Так, патронов на фулку. Лечение мне сейчас. Подожди, это игрок там бегает или кто? Нахуй, выключим свет, то сейчас еще со снайперки меня ёбнет. Так, ХП. ХП, ХП, ХП. Ну, хули, побежали. Чё нам кабанам? Чё нам кабанам, да? Теперь мне надо вспомнить, где меня... В прошлый раз мочканули. Но тут я стопудово, наверное, не смогу на этот газик запрыгнуть. Не, смотри-ка, залез. Крысы. Крысы, крысы, крысы бегают. А, подожди, это король... Не, я думал, крысиный король это. Они здесь какие-то тоже эти. Носятся, носятся. Где меня вот в прошлый раз-то там... Умотали, интересно, вспомнить бы. ...26 опыта. Блядь, ну тут... Тут если гриндом заниматься, ты охереешь. Подожди, это что такое? Что это означает? Огонь? Огонь вот это? Вот это что такое? Так, давай-ка мы аптечку сожрем, хуй с ним. С этой, блядь. Ёх. Так, мне теперь надо вспомнить, а где меня сожрали-то в прошлый раз? Или нахуй уже за этими, блядь... Сожрали там. Ну, сожрали, сожрали. Просто это. Давай добежим до фургона, залезем на него. Осмотримся вокруг. Осмотримся вокруг. Осмотримся. Так. Крыса, сколько время? 0:34. Ну, еще до утра-то далеко, до рассвета. И здесь где-то бегает. Слушай, это аномалия, что ли, какая-то проходит? Или... Это, походу, какая-то аномалия, значит, вот так вот. Шипит. Все. Опять. Ты в обратку, что ли, идешь? Ну-ка, давай. Бежим. Бежим сюда. Здесь. Сука, есть здесь зона безопасная? Хер его пойми. Так. Где-то вот здесь должно быть. Там крысы. Ну, я сейчас залезу сюда.
Вот там дружище какой-то ходит. Нахуй выключим свет. Присядем. Снайпер какой-то хуев. Ну что ты, нормальный пацан, да? Не это. Не по беспределу играешь. А, я не могу. Так, аномалия. Тут долбоебов-то хватает, которые просто убьют, потому что, ну просто убьют и все. То есть у меня с 4 уровня это по сути, у меня и дропа-то никакого путнего нету, тут взять нечего. Ну вот, просто надо убить. Так, я, конечно, понял, я сюда пришел, и чё? И чё здесь? Ну вот аномалия, и... Подожди, мне здесь надо водку найти, наверное. Ящик должен быть с водкой, что ли, или что? Но я тут не вижу пока ящиков, кроме почтовых. Кроме почтовых я ящиков не вижу. То есть еще вот в этом контейнере меня через контейнер прокуси. Оп, давай мы спрячемся. Так, условия. Поставки алкоголя. Дядю Борю пытались скинуть, он сказал, последний раз видел где-то в районе Б1. А, где-то в районе Б1. Понятно. Если где-то в районе Б1, то... Значит, надо искать где-то в районе Б1. Так, тут вроде не похоже на то, чтобы что-то было. И... Так, о. Смотри, какую-то нашел. Тайник чей-то нашел. Нет свободных слотов в инвентаре. А что именно я не могу поднять? Что именно? Это что такое? Средний аккумулятор. Аптечка, изолента. Так, какое говно мне отсюда можно выкинуть? Бумага. Так, давай мы... Хороший вопрос, чтобы выкинуть там, да? Да хуй выкинуть вот этот. Уничтожим мухомор. Посмотрим, и что здесь. Проволока. Не, ну мы... Нам место еще тебе надо, кстати, подводку освободить, чтобы вот так же не лохануться сейчас, когда... Так, давай мы тогда выкинем... Выбросить вот это испорченное мясо собаки. Выбросить, ну, испорченное все мы выбросим. Мы все выбросим испорченное, чтобы оно нам не подосрало в самый там нужный ответственный момент. Так, а вот за вот это, то, что я подобрал, наверное, меня уже могут замочить, да? Ну, что ты тут? Нет, не надо, это испорченное мясо. Нам... Так, подожди, ну... Так, вот здесь я был. Чё такая ночь-то темная? Чё такая темная ночь? И где поставки алкоголя? Алкоголь, ну тут.
нету алкоголя. Так, подожди, это что за... Слышите? Ну-ка. Погромче чуть-чуть сделаю. Так, водка. Подожди, мне что, по одной бутылке надо будет собирать, что ли? Подожди, ну это какой-то... Я думал, тут будет... А, вот она, аномалия. Я думал, сразу будет там, например, ну, ящик там, 10 бутылок, ты... А тут сейчас тебе... А тебе, оказывается, просто надо бегать по округе и собирать водку, да? То есть 10 бутылок водки собрать по округе, бегая. Блин, ну слушай, он же у Рафика-то же, наверное, он не просто так спрашивал про эту водку. Скорее всего, этот хрен в чем-то заде... Так, подожди, а меня же они, по-моему, где-то вот здесь загрызли, эти твари. Я где-то здесь бегал, как сумасшедший. И меня они где-то вот здесь, по-моему, загрызли. А ну мне все равно уже мое добро складывать некуда. Да, я вот здесь этого гуманоида разглядывал. Так, и где-то они меня потом тут загрызли. Так, патроны на полную. Что у меня по слотам? Это что такое? Крысиный глаз. Ах, крысиный глаз. Так, еще место есть. Еще место есть. Так, давай мы вот эту используем. Одну, чтобы хп маленько восстановить. Ну, ночью, конечно, не вариант бегать. Вообще не вариант. Мало того, что ни хера не видно, так еще и крысы носятся, еще которые кусают тебя. О, сука носатая. А вот и водка, да? Какой-нибудь этот был бы еще там перекрестие там или прицел какой-нибудь. Прикольно, смотри. А, подожди, у меня... А... Так, что, подожди, случилось? У меня перегруз? У меня перегруз или что? Да... Так, у меня получается перегруз. Еще и аномалия летает. То есть в обратку мне отсюда добираться будет вообще пиздец как тяжело. В принципе, ну, придется, конечно, тут, ну, без мата тут никак. А, в любом случае, я там видосы свои не монетизирую, мне как бы похеру. То, что там они забанят или еще что-то сделают, вообще фиолетово, поэтому... А что здесь крыс-то так много? Это что здесь такое? Молоток и плоскогубцы. Так, у меня два слота. Два слота. Что это такое? Поврежденная шкура крысы. Выбросить. Так, давай мы возьмем молоток. Он, скорее всего, для чего-то нужен будет. И плоскогубцы. И у меня слотов не осталось. Нет, у меня один слот есть. Так, что я могу такое выбросить, что вешает много? Это полкило вешает. Изолента 5 вешает. Она... А, нет, это гайка. Гайка. Общая базовая цена. Общий вес 85 грамм. А, это 85 грамм. А инвентарь у меня в килограммах или в граммах, интересно выражает. А сколько аккумулятор? Вес 12,5. Ну, аккумулятор-то, наверное, какая-то ценная штука, да? Поэтому его я
выбрасывать не буду. Потому что меня когда убьют, он и так у меня сам вывалится. А убьют меня обязательно. Так, здесь водки нету, надо хорошо посмотреть все в тем. Блядь, давай уже там светай скорее. Тут, блядь, мало то что. Слушай, вот судя по карте вокруг, вокруг бегает огромное количество живности всякой. Валек какой-то стоит. Здорово, Валек. Валек, водка есть. А если найду? А что ты там стоишь, и тебя никто не трогает? Так, там... Так, ты что здесь делаешь? Может, он от кого-то прячется? Ну, я, конечно, не... Я не буду поступать как... Какая-то крыса там, да? Чувак, может, АФКшит, отошел, и просто подойти там его убить, тем более это второй уровень. Ну, я как бы не крыса тут. В смысле, варю упыря? Кто, блядь? Это кто? Нравится? Прикольно. Вообще прикольно, да? Слушай, ну прям супер. То есть вот. Вот оно, твое благородство, да? Ну, если у человека такое кредо по жизни, быть там пиарасом, пусть он со своим кредо и живет. Ну, с другой стороны, это ПК-сервер, да, тут как бы... Тут как бы... это в норме. Должно быть. На деревья полезем, рванули, а серый как на воду. Поэтому удивляться нечему. Так, я шел сюда для того, чтобы выложить аккумулятор, вот это выложить. Так, пистолет мне не надо выкладывать, и гайка практически нихера не вешает, сколько это у меня. А, ну я патроны просрал, почему патроны при убийстве, то есть выпадает так много патронов, вот объясните мне, а? Вот, блядь, вот объясните мне, почему при убийстве такое количество патронов сразу выпадает? То есть у меня было 50, я перезарядился. Сколько у меня там выпало? Да доебени фени выпало. Стальная проволока тоже оставим тебя. А, тоже мы тебя оставим. Свинец. Свинец, ты сколько стоишь? Свинец стоит прилично. Давай мы тебя тоже оставим. Пистолет, оружие, по-моему, не может выпасть, да, я так понимаю. Но могут выпасть патроны. Крысиный глаз тоже в душе не чаю. Куда ты? Ну, хер с ним. Сейчас от тебя, если гад увижу, кто-то там, Валек. Ой, Валек, я тебя завалю, если я тебя сейчас увижу. Зря ты так поступил, как крыса, конечно. Валек, ну... Так, а может мне надо было этих аптечек подкупить, прикупить? То есть у меня есть
Нахер. Валюк. А, ну, в принципе, 3 утра. Уже светать начинает, да? Сейчас я пока добегу, то есть уже рассветет. Валюк, упырек. Так, в игре используется приближение к реальной системе баллистики, поэтому при стрельбе на большие расстояния необходимо учитывать дистанции и индивидуальные характеристики оружия. Ну, хорошо, будем учитывать. Не жмут. Ну, сука, поэтому видно поебалу. Сейчас только выйдешь, он тебя сразу завалит. Давай проверим мою теорию на наличие пиарасности этого чувака. Ну, пока у меня защита еще сработала, да? Опа. Кто-то стреляет. Кто, не пойму. Но кто-то стреляет. Кто-то где-то стреляет. Так, по дороге идти нам не вариант. А вот по пересеченной местности пойдем. Ну, слушай, тот либо отошел от АФКшит, либо ХП восстанавливает. Ну, не убил меня. В общем, я не знаю, почему он меня не убил. Может, просто нормальный чувак. Ну, хотя... А что означает череп красный возле иконки, интересно? Надо будет как-нибудь потом почитать гайд. То есть, что это означает? Слушай, а вот у меня такое чувство, что если ты вот бегаешь где-то вот по пересеченной местности, меньше вот этих вот всяких попадается тварей. Потому что они концентрируются непосредственно где-то возле дороги, наверное. Возле каких-то таких открытых. Сейчас где-то тут фриз должен быть. Фризить что-то должно. Вот это аномалия, которую мы уже не первый раз там, да? Ну-ка, F. Гайка. Как ты? Ну-ка, там вынес. А как? А, вот, гайки кидаются. Сколько осталось? 14, и чё? Ну вот. А нахер гайка нужна? Да ёбаный ты насос. Докидался, блядь, болтов. Сейчас загрызут, блядь. Ну ты фризанула, конечно, прям охренеть как вовремя. Иди сюда, падла. Ну. Фриз прям это, фриз года, сука. Чё? Пиздец, блядь. Да когда ты привыкнешь так к этой... Вот знаешь, чё, в чем проблема у меня вот? Потому что долбоёб, вот в чем у тебя проблема. У тебя патроны закончились. У тебя закончились патроны. А хули делать? Чё хули делать? Придется. Все, придется за патронами сейчас бежать. Со всей дури. И что делать? Давай, мы сейчас только здесь в кусты спрячемся. Спрячемся в кусты, потому что... Потому что есть подозрение, что тебя просто... Беспонтово вот эта вот беготня... Ну, реально беспонтовые вот эти, получается, действия, лишние движения. Пиздец, как это вымораживает. Пиздец, как это вымораживает. Сейчас надо купить патронов.
То есть купить патроны для того, чтобы выйти туда, чтобы тебя замочили и у тебя отобрали патроны, блядь. Вот зачем мне нужно купить патронов, я сразу объясняю. Курица, сука, я сейчас на тебе отыграюсь. Где ты, падла? Где ты тут кудахчешь? Иди ты нахер. Ебать ты косой. Понятно, что тебя убивают. Ты, блядь, курицу. Ты курицу убить не можешь. Попасть по курице, ептать. Так, мне нужно к доктору. К доктору будет тоже забежать. Но сперва мы забежим сюда. К Рафику. Энергичней, танцуем. Энергичней, танцуем. Завали, а? Энергичней, танцуем. Так, давай. 9:18. Не буду я покупать теперь их там по 50 штук там. По 50 штук. Ты долбоеб. Танцуем. К доктору. К доктору. Покажи свои товары. Так, средняя аптечка, малая аптечка, давай купим где-нибудь штук 5, окей, и с средних аптечек, нет, средних аптечек, да, давай купим тоже, средних аптечек купим, давай штуки 2 купим. Штуки 2 средних аптечек купим. Окей. Так, теперь мы сделаем это вот так вот. Это мы сюда. Пятерка. Это мы сюда. Это мы сюда. А вот этот вот сюда. Стопы, ноги, торс, голова. Подожди, можно, значит, бронежилеты, наверное, какие-то. Что-то. Должна же быть какая-то защита, да, то есть у меня. Может быть, у оружейника нету никакой защиты случайно. Так, ты не в ту сторону бежишь. Вот, у оружейника. Надо посмотреть, может, есть какая-то защита, чтобы, ну, выживаемость свою повысить. Но это просто несерьезно. Каждая тебя тварь, блядь, мочит. Товары покажи свои. Вот, есть что-то такое. Пластиковый бронежилет. Броня. Валенки, ну, вязаная шапка. Херня какая-то. И все, что ли? Так, стальная бронепластина. 1к стоит. Это не варик вообще. Ну, тут 7-й уровень. Ну, с моего уровня особо защиты-то никакой нету. Тут получается, да? Так, подожди, мне... купить. Так, и давай посмотрим, что мы тебя... Ну и... Куда? Торс. На торс я не могу. На ноги не могу. Тоже. А как? Куда? Что мне с тобой делать?
Усиленные штаны, бронированные штаны, штаны, горка могут быть установлены в... А, они... То есть эта херня может быть установлена куда-то. Да? В штаны она может быть установлена. Легкая защита для ног, штаны, горка. Это с 7 уровня. То есть, по сути, ты вот до... До 7 уровня ты... Ну, пнупчанский, да? Там или как там? Так. Места у меня нету, да? Так, давай, чтобы увеличить размер хранилища. Без проблем, один слот стоит 50 жетонов. Интересует. Та-та. Да, меня интересует на 10 слотов сразу. Окей, давай. Увеличили. Теперь мы сейчас вот это сюда спрячем. Гайки мне не нужны. Может, грибов пособирать для этого мудака и... Грибов пособирать. Пофармить маленько денег. А мне нужны фарм денег. Мне нужна водка. Водка. 253 монеты у меня осталось. Конфедераты. Так, давай мы подумаем, что, как сделаем. Тебе нужна водка, уже рассвет. То есть пошли. Пошли. Так, псина. Позорная собачатина. Так. Ты еще, оказывается, без этого, да? Ты что, то есть ты меня догнала, хочешь сказать? Ты перепрыгнула там или... Или, блядь, ты еще не в ту сторону бежишь. Похуй сейчас в какую сторону. Мне главное сейчас это добежать, зайти туда, чтоб псина отцепилась эта сраная. Сидящего в засаде снайпера можно вычислить по блеску прицела. Спасибо. Снайпера. Так, тут есть шайтан-майтан какой-нибудь. Гриня. Гриня, гриня, гриня. Заряжаем. Пошли. Пошли. Вы покинули безопасную зону. Ночью плюс в том, что тебя люди меньше замечают. Это, безусловно, плюс. Но днем зато лучше видно окрестности, да? Ну-ка по болоту, если мы пробежимся, что с нами случится? Да ничего с нами не случится, если мы по болоту пробежимся. Или это не болото, это какая-нибудь это. Опять что-то... А, ну, написано болото. Болото, заправка там. Так, мне нужно еще 7 бутылок найти. 7 бутылок бухлишка. А я, знаете, на что внимание не обратил? Когда тебя убивают здесь... Очки ХП, ой, не ХП, а X-поинты отнимаются. То есть твой опыт отнимают или нет? Потому что если шмот теряешь ты, ну, хер с ним. Хер с ним. Конечно, наверное, что там потеряется. А вот хитпоинты, X-поинты, вернее, это уже совсем другой разговор. Так, вон опять этот поезд. Я просто не в очень большое количество выживалок играл. В сталкере, по-моему, шмот ты не теряешь, дроп у тебя не падает. А вот в мисте есть такая фигня, что у тебя падает дроп. Поэтому я не знаю, там может, наверное, скорее всего, в большом количестве игр у тебя выпадает дроп. То есть я вот такие вот и
не очень люблю игрушки. Когда у тебя там что-то выпадает, еще там что-то, да. Когда тебя убили, там что-то ты теряешь. То есть вот это я не очень люблю прям. Я понимаю, когда ты там плейкиллер, ты ходишь, убиваешь игроков, и тебя замочили, ты там потерял свой шмот. То есть это тебе, это как наказание получается за твое херовое обращение с игроками. Но здесь у нас разрешены эти убийства. То есть, соответственно, ты не можешь быть плейкиллером. То есть это фризона для убийств. Соответственно, это наказанием не будет. Он чел какой-то идет, да? Крадется там, сука. То есть можно, конечно, тебя издалека. Ну, из пистолета я на таком расстоянии-то хер попаду в тебя. Так, а теперь мне нужно пойти и проверить. Может, там тот долбоеб стоит еще до сих пор? Ну, так это прикинь. Если он стоит, это реально он просто долбоеб. Но нет, тут... Нет, тут никого. А хули лягушки? А, там болото и лягушки квакают. Подожди, ящик чего-то. Перепрыгнуть туда не получается. Так, это что такое? Маленькая колба и бумага. То есть это тайник с чей-то был. Или что? Все, что ли, патроны закончились? Как так-то? Че так быстро-то? Я же 10 этих купил. А то есть ты еще удивляешься, что это? Сука, ты купил 10 обоим купил и... Я же практически ни в кого не стрелял. Может, у тебя тут есть патроны, а, псина? А хули? Вон, я вижу водку. Ну и толку-то от этой водки. Вон там игрока какого-то загрызли. Все. А, вот еще ящик. Ну... Так, давай тогда возьмем. Подожди, это что такое? ПМ. И этот. У меня два. Откуда у меня два ПМ? А где я его взял второй? А, я что-то не совсем понял. Этот ушатанный. Этот поновее. Этот тоже в кашу убитый. Подожди, псины бегают. Водка лежит тут, тут, тут. Это, скорее всего, этот курьер и есть. Но меня псы окружили. Меня окружили псы. Вот мудень конченый там. Сука, да что вы за... Так, давай проверим, средняя аптечка как восстанавливает. Я не заметил, кто там меня убил, правда. Раз, два, три, четыре. Чё я там потерял? Так, вы получили урон от Лёха Вискарик. Ну, понятно. По нику уже все ясно. Вы были убиты щенком. Так, вы
жир, шкура, испорченное мясо, пластиковая бутылка и гайка. Херню всякую потерял, короче. Лёша Вискарик. Вы получили урон от Лёши Вискарика. Так, а что это вот? Что это за... Что это за жетон? Что он означает? Так, ну я нашел, по крайней мере, где лежит... точнее, где лежит... Где какой-то там этот есть тайник, ящик, ёптит, ящик, скарб, о, вспомнил слово, скарб, или хабарок, там, как там, у кого, что там, да, увидел, водочка там есть, надо взять, что, придется за несколько заходов, придется это все собирать, подбирать потихоньку. А что-то мне вот непонятно. За то, что ты, например, других убиваешь, тебе за это сколько экспоинтов дают? ХПшек, интересно. Тут тоже у меня 3 патрона осталось. Короче, мы пока тратить не будем это. Патроны. С ножом тут вообще дело гиблое все обстоит. Боже, у меня точка. У меня появилась точка на экране. Я что-то раньше ее не замечал. Так, ну-ка. Что означает этот жетон? Это защита какая-то на мне или что? Чтобы понимать, что это такое. То может у меня, блядь, было 3 минуты. Преимущество, за которое я мог добежать, то есть все собрать и... Что это такое? Защита... А, защита от яда. Ну, прям... Неинтересно совсем. Крыса за мной бежит. Слушай, отстань, а. По-хорошему прошу, отстань. Ну а интересно, они могут вообще отстать-то по, это, по сути? Или она сейчас это... А, защита от яда, я же этот антидот себе вколол. Я же лоханулся. Я же переставил аптечку с 8 на 7 и вколол себе антидот. А, да. Так, ну крыса от меня отстала. Теперь мне нужно восстановить ХП. Добраться до места, где меня замочили. Так, давай возьмем. Может, там этот мудила Вискарик еще будет ходить сейчас. Тогда я тебя и шпокну. Точно, он тут ходил. Малая аптечка, проебал. Ну, у меня патронов нету. Чтобы в перестрелке участвовать с какой-то там серьезной. Курицы ХП больше, чем у меня. Ёпарасоте, блядь. Это что за дела-то? Смотри, 53-50 у него. 105 ХП у курицы. Вы поняли? У курицы ХП больше, чем у меня. Нормально. Короче, револьвер выложить. Потому что это херня полная, а не оружие. Револьвер — это полная херня.
Так, мне надо до города добежать. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Фу, никто не убил, и слава богу. Так. Выкладываем револьвер. Выкладываем патроны от него. Потому что он нахер не нужен. Не, ну возможно, если я там доиграю до высоких левлов, тут, да, броня когда будет, я может тоже буду всяких этих... Не, иди за ней надо, я... Ну, басов тут ушатывать. Покажи мне свои товары. Так, а ты сюда за патронами. 50. Так, купили патроны. Хранилище посетим. Это говнище выложим. Это говнище выложим. А, так, это патроны револьверные. Ага. Так, мы все выложили. Это средняя аптечка. Это бумага. Угу. Яйцо, курица. Гайки тоже выкладываем. Они мне не нужны. Глаз этот и свинец выкладываем. Вот что у нас тут осталось. Так, это... Так, это что такое? Маленькая колба. Не знаю, для чего ты нужна, но я тебя выложу тоже. Маленькая колба. Так, теперь надо вот так. Перезарядить сразу. Сороковой уровень. Ну, этот, по-моему, это умотает просто в путь. Так, давай-ка мы вернем все обратно. А, вот этот на восьмерку, этот пусть семерка будет, а вот эти пусть будут на шестерке, потому что так привычнее будет. Так, патронов я взял. Что, заход номер... Какой же заход-то по счету это будет туда? Хер пойми какой. Хер пойми какой заход. Но, тем не менее, пошли. А тот вискарик, он походу это стоит и пасет там. Ну, не знаю, надо мне будет ему отомстить, да? Как говорится, или припомнить все его вот эти огрехи, замочить его нахер. И все. Счастливые родятся под звездой. А, счастливые родятся под звездой Конфедерации. Всегда следите за направлением установленного. Так, что тут? Пока нету здесь, да? Хищников. Погнали. Так, ну этим путем я бегал по болоту, да? Так, пушку. Так, сейчас если... А, если... Ну и как бы вопрос такого времени, когда тебя застрелят, то здесь нельзя будет бегать абсолютно долго там, да? Безнаказанно. То есть в любом случае пристрелят. Поэтому надо будет в безопасной зоне очухаемся, когда настройки управления еще посмотреть, то есть на, в плане бега, переключения. Оставить там
режим переключения или просто нажатие. Посмотрим. Так. Вроде выносливости маленько добавил. Давай пробежимся. Давай пробежимся. Игрушка такая, конечно, не сильно динамичная там, да? Блин, вот что за фрезы такие идут беспонтовые, непонятные. То есть, если ее смотреть, наверное, это пиздец как скучно. Наверное, капец как скучно будет смотреть. Так, кто-то где-то шмаляет. Так, это... Это не Counter-Strike. Где там прям экшон-экшон. Где прям экшон-экшон. Так, давай. Смотрим. Тут не видно вроде никого. Ага. А, так это ящик неактивный. Сука, я... Мясо крысы мне не нужно. Я из-за этого ящика, из-за желания... Можно сказать, и сдох из-за того, что хотел. Понять, что там, 4. Так, ну тут же было больше бутылок водки. Аномалия херачит. Стороной. Давай, проходи стороной, аномалия. Так, а здесь лежало где-то тело. Вот здесь лежало тело, возле него была водка. Так, давай. 6. Еще 4 бутылки надо оставить. Собрать, да? 4 бутылки водки нужно еще взять. Строительный мусор. Опасная бритва. Ну тут, в принципе-то, прилично можно, чё. Это чё такое? Бритва, ручка, пульт. Это, конечно, наверное, вещи нужные. Это вещи, конечно, безусловно, нужные и полезные, наверное, да? Так, подожди, это кого-то взорвали? Что это за звук был? У меня просто... Так, 3, 5, давай, подожди.
Это что был за звук? Сорок четвертый уровень. А, ключ необходим. Ебать. Ну, 44 уровень. Не убил меня. Я думаю, ему тут собаки вот эти вообще не страшны. Ему, наверное, похеру на них, грубо говоря. Подожди, а кто? Это в меня ты шмалял сейчас, да, мудила? А вот еще бутылка водки. Водка. Вы получили в размере 7. Ну, тут не написано, что в меня кто-то стрелял. Ну, он, в принципе, в меня и не попал. Просто если бы 44 уровень меня стрелял, то я бы сразу там это... приставился. Так, ну это вроде не в меня стреляют. Это что-то там коснулся паутины. Так, тут водки нету. Здесь водки нет. Кто это говорит? И здесь водки нет, да? Здесь водки нет, и здесь водки нет. А вот здесь есть. Да блядь. Так, отмычка. И что? И что, что отмычка? Что мне с ней делать? Не, ну это... Слушай, это прикол, да? Смотри, это прикол. То есть это вообще прикол. То есть, поняли? Ну, я вот про этот баг и спрашивал. То есть, а сможет ли меня псина, там, например, да, через... Ну, вообще меня кто-то сможет через это прокусить? Оказывается, что могут. Так, 8. Две водки найти надо осталось. Короче, две водки и валим отсюда. Меня бесит эта херня. Меня это просто бесит. Что? Что собачатина? Так, вот здесь я, по-моему, бегал, да, уже? Вы меня что, окружили, что ли, сволочи? Вы меня что, окружили? Так, вроде они это, разбежались. Давай-ка теперь проверим места, в которых я уже был. Смотри, тут молоток опять появился, да? А почему не появились плоскогубцы, если молоток опять появился? Рюкзак чей-то. Кого-то убили, что ли? Или это мой крысиный хвостик? Еще рюкзак. Я не могу взять добычу этого НПС. Если я не могу ее взять, я, конечно, ее брать и не буду. А чё, почему столько рюкзаков? То есть здесь была перестрелка жесткая, походу, да? А это вот мое. По-моему, было, да? Чудесно, нет свободных слотов в инвентаре. Так, мы батон съедаем. Съедаем.
Крысиный глаз, спички. Что здесь какое? Что здесь говном является? Что здесь можно выбросить? Так, бинт. Бинт мы используем. А вот это забираем. И теперь мне нужно найти еще две бутылки водки. Бегает какой-то хер. Сорян, сорян, друган. Либо ты, либо я, да? Блять, у меня патроны закончились опять. Да в рот тебе ноги. Тут говно всякое, конечно, у тебя вывалилось. Бля, дружище, извини, короче. Либо ты, либо я, да? Либо ты, либо я. Я не хотел. Ну, я хер знает, на какая там от тебя угроза исходила. Так, и чё? Крысиный хвост выбросить? А вот это? Давай заберем. Аптечка. Ключ необходим. Здесь я уже был. Да иди ты нахер. Где еще две бутылки водки? Где еще две бутылки водки? Так, здесь я был. Да почему ты не перепрыгиваешь? Ну ладно. Допустим. Так, сколько водки? 9. То есть тебе одна. Тебе одна бутылка водки осталась. Тебе осталась одна бутылка водки. Так, у тебя появилось место свободное. А, подожди, у тебя еще даже средняя аптечка есть. Средняя аптечка на семерку. Так, это мы сюда. Так, что здесь? А, это что такое? Пульт, пульт. Я хер его знает, для чего нужно. Это что такое? Картечь. Картечь — это патроны. Крысиный хвост выбросить. Да, выбрасываем, ты не нужен. Однозначно мне не нужен крысиный хвост. Крыса. Так, без патронов. Ой, как тяжко без патронов. И как же быстро вы заканчиваетесь, конечно. Какого уровня крыса-то там? Так, давай продумаем план. План побега. То есть, куда мы побежим. И зачем мы побежим. И зачем мы побежим именно туда, да? Давай продумаем план побега.
Подожди, мне кажется, ли я водку тут увидел? Да, там водка есть. Теперь мне нужно отстать от погони. Отстать от погони. Ручка, пульт, спички. Поврежденная шкура собаки. Что еще тут? Собачий жир. Угу. Ну, без патронов тяжко. Без патронов тяжко, придется идти за патронами. Даже в перестрелке не поучаствуешь просто толком. Даже толком в перестрелке не поучаствовать без патронов. А чё отмычка? Что за активный квест с отмычкой был? Не совсем мне понятно. Так, давай. Патроны. Патроны. Купить. Давай 15 возьмем. Что-то я только трачу и трачу бабки. Так, посетить хранилище. Давай теперь смотреть, что мы сюда можем. Можем сбагрить сюда. Это что такое? Вот не понимаю. Древесина. А, это испорченное мясо собаки. Так, вот зачем мне испорченное мясо? Я могу его продать? Картечь сюда уберем. Спички, да, сюда. Все, у меня больше нету. У меня больше нету. Так, молоток. А ты, то есть, молотки, они не стакаются, да? То есть по одному. Ну окей, ладно, так, объединить все кучи предметов. Оптимизировать позицию предметов. Непонятно. Крысиные хвосты. Нахер тебе крысиные хвосты, здесь фонарь. Керосиновая лампа. Очень нужная вещь. Ну, если ты говоришь, что нужная вещь, давай оставим. Я тебе поверю. Так, антидот. Антидот мы поставим на пятерку. Выкинем, мы выкинем. Подожди, а как, кому продать-то это можно? Так, ты оружейник. Покажи свои товары. Торговля. Так, а выбросить. А как это? Не, подожди. Кому все продать? Как продать или кому? А, этот предмет, этот не покупает ни одного предмета. Рафик. Покажи свои товары. Так, торговля, комиссия. Что за комиссия? Мои предметы. Переместите предмет в эту область, добавление его в комиссию. Я не это, маленечко, подожди, торговля. А, вот, подожди, для продажи переместить можно. Ну-ка, давай. Ага. Научился, наконец-то, ты торговать. Крысиные хвосты, по-моему, они больше не нужны. Поврежденная шкура собаки. Сюда. Яйцо пока нет. Древесина. А это что такое? Пластик базовый. И давай продадим.
давай за 25 монет продадим. Так, давай по в хранилище. А, мне больше тут положить нечего. Молоток, инструменты. Так, это для револьвера. Курица. Курица. Подожди, а вот зачем мне два вот этих ПМа? То есть один по-любому можно продать. Продать. Молоток 25 стоит. Курица. Давай второй молоток сюда. А пластик сколько стоит? Тоже 25. Базовая цена 5, общая базовая цена 25. Так, что еще отсюда можно такого выкинуть? Мясо крысы. Блять, вот нужно оно будет, не нужно, не понимаю. Маленькая колба, домашняя утварь. Дорого довольно стоит. Спички. Ну, как бы ни о чем, конечно, стоит. Так, яйцо сюда закинули. Пу-пу-пу-пу. Пластик, пластик. Или мне за 50 монет еще... А, подожди. Сколько ты? Хочу увеличить. Ну, давай на... А, у меня не хватит. А, подожди, у меня же 200 на 10 слотов. Один слот стоит 50 жетонов. А, и нахер. Нет. Не интересует пластик. Не интересует. Не интересует. Так, ну, давайте-ка, наверное, сейчас вот на этом мы прервемся, потому что... Потому что просто прервемся. Почему? В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Продолжим в следующем выпуске. Всем пока.